нашего класса не остались воспоминания и одна фотография. Круглый портрет с классным туалетом в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла. А поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики отошли в небытие, как не успел повзрослеть, и черты их растворило время. Герой Советского Союза, летчик-истребитель, Георгий Ланд, Жорда, Артем Шефер, из школы выгнали за принципиальность. И он доказал принципиальность свою, доказал, когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Расторгнул его могилу у Артема нашего. Искра Полякова. А как маму ее звали, не помню. Только фашисты ее на 2 часа раньше повесили. Так висели они вместе. Искра Полякова и товарищ Полякова. Мать и дочь. А подполье жило и било кадров, и мстило.